Дорогие друзья, знакомьтесь, это Филя. Филя у нас особенный мальчик. Порода у него дворянская. Рост в холке 61 сантиметр. Вес 28 килограмм. Примерно возраст у Фили 7-8 лет. Окрас палевый. Кастрирован Филя был в августе 2020 года. Также Филе делались прививки после операции. В октябре месяце он был привит. В октябре месяце Филе была сделана прививка на бивак DHPPI плюс RL. Филя умный пес, достаточно уравновешенный для своей болезни. Вот, свободно передвигающийся по помещению и на улице. Он уже научился пользоваться коляской. Вот, свободно объезжает препятствия. Если заезжает и зацепляется за что-то, он может спокойно развернуться и поехать обратно. Характер у него, ну, наверное, больше спокойный, чем нервозный. Особых проблем он не доставляет. Единственная проблема – это вот туалет и лай. Лаять мы любим. Иногда мы лаем достаточно долго и громко. Понять, что он хочет конкретно, мы не можем, потому что есть определенное время, когда мы что-то делаем, и тогда он лает. Это понятно. А когда просто, вот, но все равно в любом случае мы там делаем ему массажик животика, так же, как и маленькому ребенку, который самостоятельно не ходит в туалет. Вот. Обязательно обрабатываем его. Обязательно гладим, чешем, так же, как и всех остальных собак. Потому что, находясь в доме, и если это достаточно теплое помещение, он будет линять. Собака, живущая на улице, она реже и меньше по времени линяет, потому что отдача тепла у уличных собак происходит гораздо тяжелее, что ли, чем у домашних. В домашних условиях им не нужна шерсть для того, чтобы согреться. И поэтому она постоянно у них может линять. Вот. У уличных собак такого, конечно, нет. Они линяют гораздо меньше и реже. Вот. Филя особенный малыш. Так как ему была сделана операция на позвоночнике, задние лапки, к сожалению, у Фили не действуют. Мы проводим ему электростимуляцию на боковых частях тазобедренного сустава и частично позвоночника. Пытаемся все-таки дать ему шанс на то, чтобы он хотя бы мог вставать, стоять. Но пока результатов мы не достигли. Соответственно, у Фили, так как был перебит позвоночник, у него отсутствует понимание того, что надо ходить в туалет. В туалет по-маленькому его нужно обязательно отжимать не менее 3-4 раз. Мы стараемся отжимать его 4-5 раз для того, чтобы он не застаивался моча в мочевом пузыре, чтобы не было инфекции, не было осложнений. Отжимается он на пеленку. Это достаточно
ну, не легкая процедура, но приемлемая к тому, что можно научиться делать это правильно. Масса всевозможных видеороликов на эту тему есть в интернете. Можно посмотреть, как правильно это делать. Либо обратиться в ветеринарную клинику, и там научат. Когда Филя приехал к нам после больницы, его стул был сформированным. Мы кушали с ним и сухой корм, и натуральную еду, в которую входили овощи, крупы, каши варили, мясо обязательно. Кости старались не давать, потому что тогда у него стул расслаблялся, не знаю почему, от костей именно. Вот. И возникали проблемы, так как он ходит в туалет непроизвольно, соответственно, может тут же повернуться и все это дело под себя подмять, растереть. Вот. Если стул жидкий, соответственно, начинается воспаление кожного покрова, которое нужно обязательно убирать, обрабатывая его специальными пенками, либо просто мыть с мылом и подсушивать кожу любыми детскими присыпками, обычной присыпкой детской, либо бониоцином. Вот. У нас в нашем распоряжении есть очень хороший мыльный раствор специальный, как бы сухой шампунь, и мы его обрабатываем. Идеально, конечно, обрабатывать его, ну, хотя бы 2-3 раза в день. Это утром после сна, когда он сходит в туалет, потом в обеденное время, ну, то есть, когда идет процесс отжимания, и, соответственно, если есть какие-то проблемы со стулом. Вот. Также мы ему делаем... упражнения, поглаживание нижней части живота, если вдруг мы замечаем, что он, допустим, не ходил в туалет. Потому что у собак такого плана перистальтика работает не очень хорошо, и, соответственно, могут быть как запоры, так и поносы. Вот. Если будет правильно подобран корм, либо это будет каша с овощами, которые хорошо способствуют пищеварению и как бы переработке продукта, тогда, возможно, у него будет все нормально со стулом. Вот. Но у нас пока это с переменным успехом. Иногда он ходит хорошо в туалет, иногда, вот, к сожалению, у него бывают расслабления. Это не понос, это просто мягкий стул, но который, к сожалению, он может потом с собой растереть. Также у таких собак появляются проблемы с натертостями. Поскольку Филя перемещается по полу, в том числе на задних ногах и на коленках, у него начинает формироваться вот эти коленные мозоли. Вот, сначала он их растирает. Вот, мы обязательно обрабатываем их костеляне. Это фукарцин. Все это подсушивается, и постепенно-постепенно у него на этих местах сформируются мозольные части. Вот. Ему это никакого дискомфорта не приносит, он как бы нормально себя чувствует. Единственное, что поскольку он не может следить за ногами, они у него могут расходиться в разные стороны. Не так, как обычная собака ходит, а куда угодно. Вот. Филе очень хороший пес. Он достаточно спокойный. В силу возраста и того, что он жил на улице,
Конечно, может быть, его характер не назовешь ангельским. Он любит полаять. Он лает всегда, когда чего-то хочет. Либо он хочет в туалет. Мы уже научились распознавать данные сигналы. Когда утром он просыпается и хочет в туалет сам, он просится. Соответственно, мы его все эти манипуляции с туалетом проводим в определенное время для того, чтобы у него сформировался инстинкт к этому. И он, соответственно, будет уже готов к отжиму, ну и к туалету по-большому. Потому что, как правило, одно за другим следует с небольшим интервалом во времени. Филя живет сейчас на передержке. Мы с мужем вдвоем ухаживаем за ним. Могу сказать, что общается он очень спокойно и очень хорошо. Он не кусается, не агрессирует, не ругается никогда. Только в случаях, если что-то ему нужно. Хочу рассказать вам сегодня немножко про Шарика. Малыш приехал к нам из Москвы, где находился после операции на лапке. Шарик у нас особенный малыш. У него, к сожалению, нету передней лапки. Когда у собачки нет передней лапки, вся нагрузка получается на одну лапу. Это достаточно тяжело для передвижения. Вот. Но Шарик молодой, энергичный парень, и поэтому он легко справляется со своей вот бедой. Шарик уже более 2 лет, и он достаточно молодой, энергичный, достаточно темпераментный парень. Вот. Он сначала приехал к нам совсем забитым, зашуганным. Вот, но постепенно он раскрылся, и теперь вы, наверное, видите какой-то шустрый, быстрый, такой прям вот зажигающий парень. Он всех ребят на прогулке заводит в играх, в бегах, и уже не чувствуется так, что у него есть какие-то отклонения, что у него просто нету одной лапки. Я, конечно, не знаю, насколько в Шарике присутствует какая-то порода, но по его внешнему виду можно понять, что это прям вот овчар. Уши хорошо поставленные, большие. Они всегда у него на стреме, что называется. Он всегда за всем следит. Вот. И никогда они у него не падают, не опускаются, они всегда на чеку. Присмотритесь к нему. Он очень, очень любит животных, очень любит людей. Шарик у нас всеядный. Он может кушать сухой корм. Он может кушать кашу, натуральный корм. То есть он кушает овощи, он кушает творог. Он кушает с удовольствием кашу с мясом. В этом проблем у него совсем нет. Шарик любит живые игрушки, которые бегают, прыгают, которых можно схватить за хвостик, за шейку, за поводок, поводить их за ошейник. Вот такой вот наш Шарик. Хорошая собака, умная, но хулиган.